Всем привет! Приехал, ребят, на Дон. Погодка пока шикарная. Выбрал место себе. Наверное, буду тут сейчас. Правда, немного грязь, смотрите, какая. Но буду пробовать. Ни разу в это время не пробовал на Дону. Вообще буду закидывать, скорее всего, донки. Вот сразу обрыв. Там вот еще место хотел пройти, посмотреть. Тишина сегодня прям мештяковая. Не знаю, там смотрел прогноз вроде. Опять ветрище будет. Чуть-чуть попозже. Тут вроде где-то ямка, я не помню точно, или вон там, или вот тут в начале. Сейчас вот посмотрю, что там за место, может, там сяду. Буду сегодня пытаться что-то ловить из бели, так сказать, может, будет лещишка, подлещик, что-нибудь типа такого. В это время не пробовал, так что на успех я сегодня не надеюсь. И сяду, наверное, все-таки вот тут я. Местечко хорошее. Закинем доночек, штучки три. И начнем. О, прикормки. Сейчас покажу. Так, о, у меня тут червячи есть. Давайте это все выгрузим. По прикормочке сейчас покажу вам. Прикормка такая, как тутифрути называется. Ну тут уж тутифрути вообще работает хорошо. Ну, сразу почувствую, замешаю. Пускай стоит, настаивается. Так, кубочку пока отложим. Доночку. Сейчас достану фидерок. Оба. Готово. Так, достанем фидерок. Отдел фидерок фирмы Гелиус, тот же самый, 120 грамм, оба 3,30 он вроде, самая такая оптимальная для наших условий. Оснастка, ребят, смотрите, сейчас распутаю чуть, крючочек такой небольшой. Кормушечка фанатика такая вот, 40 грамм. Попробую пока 40. Вот поводок такой небольшой. Сейчас забью. Прикормочка. Серия фидер вот это. Хорошая. Оба. Попробуем сейчас две с прикормкой, а остальные закинем. Так, а где же у нас? А, вот тут бутербродик. Остальные закинем просто груз. Будет. И будет червячок. Все. Никакого корма. Дистанцию не знаю. Сейчас буду кидать и смотреть, где, да что, да как. Пошла вроде тонуть. Значит, ямочка. Я сейчас и рад буду уже и карасику, так сказать. Но неохота подпускать рыбу. Не понял я.
Зацепил я, по-моему, нет. Не, не успел. Ну, хоть поклевка была, это радует. Я вообще сегодня не надеялся ни на какую рыбу. Хоть и погода нормальная, потому что не знаю, что тут будет, не будет. Сейчас вообще посмотрим, что там. Корм на месте. А парики, в принципе, на месте. Тут как раз мне надо фидер достать было. Кончик перепутался. Из-за этого заброс был не очень. Иду, ребят, за машиной. Не было поклевок. Сейчас сидит Диман там на одном месте. Ловится карасик крупный. Сазанчик поклевывает. Сейчас переедем туда. Попытаем счастье там. Но сегодня надо что-то поймать. Погодка такая, охота посидеть. Ну все, ребят, переехал я на новое место. Диман, он уже поклевочка с утра сидит тут. Народу куча сейчас. Большой камерой вам покажу. Вон и туда люди идут. Сопротивляется. Бля, хороший карасян, бля. Смотрите, бля. Не то, что у нас на речке. Такой зачетненький. На червячка все. Оба. По-моему, никого. Да не. По-моему, сидит первый. Или сошел уже. Ля, подлещик. А, забанчик. На парика. Хороших. Ну на опарыша, видишь, тебе нужен? Ага, коптилочку. Тоже достойный такой. Поболее, чем у нас. На червя. Просто грузик и все. Но забанник у нас с кормушкой взял. О. Че тут? Наплыв? Непонятно. Что-то есть небольшое. В сторону уводит. О, наймуль. Сопротивляется. Карасик, ребят, первый. Слабоватенький. Да, у нас вот на речке они вот все вот такие вот. На поплывок. Тебе нужен такой? Пускай живет. Пускай живет. Так, это. Я чисто так, покрупнее.
Да и мне сейчас делать нечего, тем более домой не поеду, что с них делать. Ля, вот как у тебя клюнет, у меня начинается поклевочка. Ага. Только толков нету. Ветрище разыгрался, ребят. Забан, что ли? Глё, какой забан, блин. Офигеть. Вот это забаняка, блин. Взял, ребят. Ё-моё, глё, какой. Взял с прикормкой. Сейчас вот вторая, не пойму, тоже поклёвывает, что ли, или ветер. Оба. Ё-моё, тут жира, наверное, сколько. Сейчас покажу. Ты глянь. Как заглотил его. Оба. Хороший. Офигеть, вообще, блин, это. Он или кренной, или жирный такой. Лап, на, прикоптишь его. Давай такого можно. Такого соленого. Тут был опарик и прикормочка. Так, что он тут завязал нам? Ну да, узелок сделал. Езёк, глю, какой хороший. Смотрите. Ну да, или жерешок, блин. Или жерешок, да. Даже сам не знаю. Чё-то из ихней серии. Поклевочку прям видать было. Сейчас поменял кормушку, поставил, ребят, снял. Ух ты. Снял, короче, грузил. На него вообще ничего не поклевал. Ну просто грузил поводок. А вот с кормушкой сейчас что-то взялось. Ух ты. Карасямбрик, походу, хорош. Ну да, глё какой, ё-мо. Нормалёк. Ля, с кормушкой берет. А так не хотел. На бутерброд. А? Ну да. Чё-то садок твой. Оба. Миштяк. Понятно. Есть, что-то мне. За бревно прям закинуло, бревно прошло. А, ну я видел, ты когда закидывал это, думаю, что не зацепился. Да я ще думаю, блин, как выводить потом. Что-то непонятное. Бель, может, даже. Плотва. Ну да. Ага. Ну, нормально. Прям красноперочка такая. Нужна тебе такая? Видишь, оно прикольно тут это. Хоть не однообразная рыба. Да. Нечисто один карась, ребят, тут хоть ловится. Есть, да?
Давай, давай, давай. Ух ты как. О. Блин, сошел что ли. Так, подсек хорошо, что-то. Прям хорошее, да, не есть что-то. Иди, иди, иди. Ух ты. Да, погода, ребят, все портит. Поклевок толком не видать. Ветрище такое. Тихо было, был бы ништяк. Блин, карась вообще зачетный. Ух ты какой. Ух какой. Нет, нет, вот такие вот поклевывают. Приятно все равно. С утра хоть рыбалка не заладилась, но видите, к обеду ближе. Такой вот. Или зацеп, что ли? Да не, он что-то есть. Крутило. Окунь. Окунь? По-моему, ну да. Да, кушар. Заглотил мне. Да ну. Пойматься не могли? О. У меня вроде есть что-то. Ты гля какой. Что тут? Гля, гля, нормально что-то. Бля, что там такое, сазан что? Или лещ? Бля. А, это карасямбрик такой, ё-моё. А вот так идет, как будто лещ, офигеть. Бля, какой, блин. Офигеть. Офигеть, да он, бля, какая ряха, блин. Прикольный карасик. Фу. Прям зачетненький такой. В инстаграмчик, ребят, оставлю ссылочку на инстаграм. Говорили завести. Подписывайтесь. Дождь небольшой. Поболее, чем у нас на речке ловится. Такой вот, ребят. Ну, это еще мелкий. Ну, да, я сейчас вытащил такого под кило, наверное, хорошего. Такой вот, ребят. Ну, вот, ребят, что наловили. Ну, тут Диман с утра еще сам ловил. Такой вот. Более или менее карасик. Закончили рыбалочку, все. Собираемся домой. Оценивайте, пишите комментарии. Всем пока.